я считаю, надо развивать в нас патриотизм, потому что если нам не будет присущий патриотизм, то как мы можем уважать нашу прошлую историю? Потому что наша семья воспитывается как бы в военно-патриотическом не стиле, а сугубо соблюдая все правила, этикеты, поведение времен, можно сказать, Советского Союза. У нас папа этого придерживается, поэтому он любит такие фильмы. Нету такого. Это настоящая драма, который говорит про человечество, как люди раньше страдали, как они воевали, как добились своего. Поэтому я больше люблю таких сюжетов, чем пойти на какую-нибудь комедию посмотреть.